Всем привет, с вами Однорукий Борис, и это очередная серия, где мы не будем голодать. Don't starve. Вот. И мы продолжаем тут выживать. И сейчас мы вспомним, что у нас было в прошлой серии. По-моему, в прошлой серии я начал отстраивать лагерь свой. Вот. И сейчас я буду продолжать это делать. Вот. Честно. Вот и мы. Так, у нас тут, как мы видим, саженцы. Трава. У нас есть копье. Топор у нас еще есть, да. Да, давайте мы сейчас. У меня же копье выбрано. Все. Сейчас порубим. Соберем бревна. Сейчас я продолжаю все собирать. Так, шишку я не собрал. Справа он лежит. Ой-ой-ой, дождик. Кстати, я заметил, что у нас выросла борода. Хоть шишка есть. Угу. Здесь мы намокаем, и, видимо, намокать это плохо, да? Так, вот это вот мы срубим сейчас. Это мы сейчас подберем. Все подбирать будем, как и в прошлой серии. Так, нам нужно поесть. О, вот и ягоды. Смотрите, нам на самом деле неплохо бы еще и ягод всяких. Собирать. Так, что я могу сделать? Так, я могу. Да, смотрите, лопату. Окей. В смысле? А, вот. Не на ту кнопку нажал просто. Сейчас мы выкопаем все пеньки, которые мы оставили. Вот. И сейчас выкопаю кустик. Ветки. А, смотрите, прокекал куст, потому что давайте съедим. Да, вот так вот я потратил кустик. Так, надо посмотреть, где тут еще кусты есть. Да, видимо, далеко кусты. Кусты у нас с ягодами далеко, ну что поделать. Так, какули. А, смотрите. Это мы съедим, вырыем.
Хорошо. Так, о, пенек. Здрасте. Да, это я тут ходил, видимо, рубил. Так, вот еще. Вот еще кустик. Так, ягоды сразу съели. Нормально. Так, ну что ж, я думаю, что два кустика. Два кустика, конечно, мало. Вот уже три, смотрите, сейчас третий и четвертый. Так, я больше не унесу. Ого! Ладно, оставляем ягоды. Кремень подберем. Да, подберем. Еще кустик. Ладно. 5 кустов собрали. Это замечательно. Так, где наша база? Вот, мы почти пришли к нашей базе. Так как дело у нас к ночи. Так, окей, где бревно? Пока пускай так. И сейчас ягодный куст мы будем сажать. И вот сейчас... Так, кто-то там ползет у нас. Где мое копье? Сейчас мы... Так, крот. Ползи отсюда. Так, и вот как раз нам сейчас, наверное, нужно... Надо бы удобрить. Отлично. Сейчас быстренько удобрим. Вот не зря я подбирал кокули. Так, окей, пускай оно пока горит, а я... Так, вилы, бритва. Окей. Так, ну давайте создадим. Мало ли пригодится. Рюкзак. Так, ну вот у нас есть рюкзак, это замечательно. Мы как раз сохранились. Стена из травы. Табличка. Мини-табличка. Стена из травы. Хлипкий. Доски. А вот у меня есть же доски. Ну-ка, а где же я делал эти доски? Я же их где-то делал. Так, давайте ловушку попробуем сделать. И вот сюда. Поставим, например. Так.
А, вот доски. Так, 6 досок. Отлично. А, тут смотрите, тоже надо кокулями, наверное. Иначе они расти не будут. Так, ну-ка давай удобряй. Отлично. Ну, нам еще штук 5, наверное, осталось подобрать. Так, это хорошо, что мы сделали рюкзак. Я думаю, что на данный момент нам он пригодится. Тихо, давай собирай. Я думаю, что надо мне все это дело обнести стеной. Так, это сундук. Да, давайте. Так, открыть сундук. Давайте сюда тогда. Будем складывать все добро. Так, это мы оставим. Бревно оставим. Это мы сюда. Шишки. Пока не знаю. Кремень. Сюда ветки, не знаю, сюда поставим траву, сюда. Так, и давайте сейчас будем есть, потому что еда портится и нам нужно еще кушать. Отлично, просто замечательно. И что у меня по шишкам? По шишкам у меня 25 шишек, это достаточно много. Вот, и поэтому сейчас я понасажаю. Слушайте, это мне напоминает Майнкрафт, когда с деревьев там падали саженцы, и надо было их потом высаживать, чтобы выросли еще деревья. Прикольно, прикольно. Так, сажать я буду вообще все сейчас, чтобы потом не возвращаться к этим саженцам. Так, и у нас на самом деле заканчивается еда. Мало того, что заканчивается, так она еще и портится. Так что в скором времени мы с вами останемся без еды. Так, надо теперь ну-ка. А, давайте кремень. Лопату, ну и все. Так, теперь траву возьмем. Так, добавить топливо. Отлично, все у нас горит теперь. Вот так. Все теперь. Есть кусок мяса.
Давай мясо, давай мясо. Так, приготовим мясо, потому что крота мочканули, ребята. Да, не первой свежести еда. Я надеюсь, тебе плохо от этого не станет. Несвежая жареная морковь. Давай, давайте мы ее все-таки съедим. Чтобы не жалко было. Так, кук приготовим. Семена мы тоже будем сейчас готовить. Так, а костерчик-то у нас слабоват. Поэтому давайте... Да, трава, конечно, как топливо, это, по-моему, не очень. Так, что у нас? Так, я слышу какие-то звуки. Какие-то звуки, и меня это настораживает. А, это елки растки просто. Отлично, вон, прикольно. Так, сейчас мы... Да, сохранение, это замечательно. Так, что мы делаем? Мы сейчас идем за кокулями. Вот, и за дровами. Так, я забыл шишечку подобрать. Ну ничего, сейчас я все подберу. Все, что забыл. Подберем. Так, и что-то я не вижу морковок. Я помню, что у меня в первой серии было их очень много. Так. Опа-на, ребята, сейчас. Где лопата? Я надеюсь, на меня сейчас осы не нападут. Хорошо, отлично. Так, окей, мы тут еды чуть-чуть подобрали, она у нас есть. Мясо крота. Приготовленный кусочек мяса. Так, окей, где? Где у нас на карте бифалы? Бифалы. Возможно, нужно идти куда-то сюда. Потому что где-то здесь я нашел кокулину. А, вот они, смотрите, отлично. Просто замечательно. Целое стадо у вас. Так, тихо, подожди. Вырыть. Это что такое? Вырыть нору, ну-ка. А, смотрите.
Я теперь умею доставать кротов. Это очень хорошо. Так, вот это вот мы сейчас с вами распознаем. Вот эту вот черную часть. Так, кремень. О! Здрасте, моя морковь. Отлично. Так, семена подбираем. Мы уже, смотрите, все подбираем в портфель в свой, в рюкзак. Так, и где-то я тут камень видел. Вот он, целых два. Офигеть, два камня. Ну-ка, где у меня... А у меня кирки и нет. Отлично, надо запомнить место. Так, это я подошел к краю. Так, я, наверное, сюда вернусь с киркой. Так, ну и раз я сюда пришел, давайте хотя бы что-нибудь мы с вами подберем. Ой, как тут много травы. Можно ее накопать и принести к себе. Правда, я не знаю, зачем мне так много травы, но много не мало. Много не мало и пригодится. Так. Так, а сейчас у нас будет вечереть, поэтому нужно поскорее возвращаться в наш лагерь. Поэтому быстренько-быстренько бежим. Тут кроты ползают. Я надеюсь, что я успею добежать до лагеря. Так, успел, добежал. Так, добавить топливо. Конечно, ничего я не нарубил. Ух ты, нам же есть надо. Так, окей, и сейчас приготовим ягодки. И так, птица, уходи. Это мое. Так, удобрить. Так. Удобрить. Нет, не бросить, а удобрить. Вот. Отлично. Ну что ж, хоть я ничего и не нарубил, но зато набрал много чего полезного. Так, я просто хочу сделать деревянную стену. Вот. Так, ну у нас на самом деле скоро светает. Так, а что мы из одежды можем сделать? Соломенную шляпу только. Ладно.
Так, окей, теперь будем сейчас рубить. Так, выкорчевывать, конечно, я буду потом. Так, а тут елки-то растут. Да, хорошо. А, я же еще в прошлой серии хотел сделать... сделать... Что я хотел сделать? Грядку. Понял, понял, принял. Топорик нужен. Целых два топорика сделал. Ну, хорошо. Так, бревна подбираем. Тут эти самые елки мешают подбирать. Вот захочешь подобрать бревно, а тебе придется срубить целое дерево, чтобы сделать это, чтобы какое-то несчастное бревно подобрать. Тихо, подожди, не руби. Хотя, ладно, руби. Здесь вот, да подожди, шишку. Окей, замечательно. Проверить ловушку. А, вот смотрите, еще бревно. Сколько у меня бревен уже? Окей, тогда делаем. А, да, у меня нормально бревен так. Так, и, собственно, осталось на костер. Стена из травы мини. Деревянная стена. Теперь мне нужна веревка. Тоже делаем много-много-много веревки. Едим. Несмотря на то, что у нас ягоды в инвентаре лежат с кокулями. Да. Так, теперь. Теперь что? Так, с этим простую грядку я потом сделаю. Табличка. Стена из травы. Деревянная стена, вот. Так, отлично. Теперь чего? А, вот так даже. Так, нужно
понять, где нам нужно построить стену. Так, давайте мы вот эти палки выроем. Вот, и вот здесь мы начнем. Так, друг, отходи и продолжим строить стену, защиту нашу. Так, ну смотрите, это хорошо. У нас уже есть какая-то защита. Точнее, началась строиться защита у нас. Так, добавить топливо. Где? Да, нигде. Так, копье где? Ну-ка. А чё ты не атаковал-то, друг? Атаковать? Понятно, почему он не атаковал, хотя я нажимал. Я на все нажимал. Ладно. Отлично, мы все съели. Так, давайте. Ага, у меня тут еще трава есть. Все сваливаем сюда. Это что, шишка? Так, веревка. Так, туда я не пойду. Я там видел какое-то движение. Но мне что-то страшно. А, так это ж крот был. Ну-ка, я тебе сейчас... Ладно, окей. Окей, ладно. А, нет, подождите, у меня же тут топорик есть. Короче, рублю все деревья, которые я тут порубил. Вот, и все бревна я... соберу потом. О, наверное, вот у этой елки будет очень всего много, да? Так, окей. Ладно, раз уж начал рубить эту елку, тоже срублю ее. Вот. Идет дело, значит, у нас. Смотрите, портфельчик у него и правда появился. И борода отросла. Да, у него борода стала больше. Блин, мне бы такую бороду на самом деле. Так, где еще? Все, нет топора, да?
Что ж, ладно. Так, и все кладем обратненько. Смотрите, у нас саженцы выросли. Это здорово. На самом деле, я бы их побольше насобирал бы. Собирал бы больше, посадил бы рядом. И было бы здорово. Так, окей, все, собираем. Так, еще надо лопату взять. И все выкапывать. Потому что пеньки это некрасиво. А из пеньков у нас дрова получаются. Сейчас я все, значит, выкопаю и буду подбирать. Столько ресурсов валяется прямо. Прямо класс. Понятно. Ладно, я тут много чего уже навыкапывал. Теперь полчаса буду все это дело собирать. Остальное выкопаю в следующий раз. Ну, точнее, потом. Вот. И бревен у нас сейчас будет просто завались. Я думаю, что к концу дня я как раз закончу все это дело подбирать. Так, после этого я побегу к костру и решу, что мне надо сделать. О, слушайте, ребята, хорошо-то как. Все, значит, себе. Все собираем. Так, время к ночи. А у нас нет костра. Но это не проблема. Это не проблема. Сейчас мы еще тут приготовим себе поесть. Вот, и поедим как раз. Так, возьмем копье. Смотрите, два ж саженца же по подобрал. Давайте здесь посадим. И вот здесь посадим. Вот, нормально. Ягоды соберем, это важно. Как раз можно и приготовить их сразу.
шишка. 42 шишки. Офигеть. Нормально так. Так, все, у нас... У нас... ночь-полночь. Коротенькая. Вот, и на самом деле, смотрите, у нас скоро зима, как говорится, зима близко, и нам нужно что-то нужно думать к зиме, да? Так, Кокулин у нас сколько? Кокулин у нас две штуки. И я на самом деле не понимаю, почему он не хочет сажать. Вот, посадить. Посадить. И здесь тоже посадить. Все, и удобряем. И тебя удобряем. Все, идем за кокулями. Идем за кокулями и возвращаемся на базу. И пытаемся построить. Я, конечно, лопату не взял. Я не взял лопату, это не очень хорошо. Так, где же были эти быки, бифлы? По-моему, где-то здесь. Ах да, я же еще хотел сделать кирку и пригнать как раз кромсать камни. Ой-ой-ой, я знаю, что это за звуки такие. Типа, слышал это? Так, давай поедим. Я знаю, сейчас я, кажется, буду очень сильно огребать. Прям жестко. Ух, волнуюсь. Я думаю, что... Надеюсь, что бифлы... Бифлы будут тоже драться. Это, ребята, волки. Это те самые волки, из-за которых я погиб. Да, из-за которых я протянул очень мало времени, 8 дней. Блин, надо, конечно, было бежать в лагерь и строить стену. Вот они. Так, бифлы, давайте. Так, вот со всех сторон бегут бифлы. А, смотрите, бифлы, да, бифлы мочканули одного волка.
Бифало, помогай. О, смотрите, дерутся, дерутся. Фух, я, ребята, выжил. На самом деле, я очень сильно разволновался сейчас. И точно такую же кучу наложил. Всё, я теперь знаю. Я теперь знаю, что нужно делать в таких случаях. Надо быстро бежать к Бифало. Потому что Бифалы, они, в отличие от меня, справляются с этими ребятами. Так. Что я хочу еще сделать? Лопату. Желательно две. Да? Лопата. Раз. Лопата. Два. Кирка. Раз. Кирка 2. Хорошо, кладем все обратно. Окей. Окей. У нас уже темнеет. Так, мне мясо монстра. Давайте приготовим. Ну-ка, поедим, давайте. Ой, нифига себе, она еще и хилит. Так, и я не понял, что это за эффект такой был. Так, давайте опять подойдем, свалим сюда вообще все, что можно свалить. Это и ветки, бревна. Пускай. Вот, смотрите, травка. Все, на следующий день мы с вами пойдем ох, так, кирка у нас есть, лопата тоже есть, будем с вами собирать. Собирать разные вещи. Так, окей, рассвело. Берем лопату. И собираем. Собираем все, что тут плохо лежит. Так, нам надо много всего. Да, кстати, давайте удобрим кустик один, потому что, ну, как плохо. Неудобренные кусты сажать. Так, ведем раскопки. Так, семечки. Я
Я надеюсь, здесь никто не прибежит и не сопрет все ресурсы, потому что я знаю такую фишку в некоторых играх встречал, когда добываешь какие-то ресурсы, а потом кто-нибудь прибегает и просто крадет их. И это очень нехорошо. Так, давайте вот еще веток, палок. Веток, палок наберем. А, ну вот, собственно... А, нет, вторая лопата, отлично. Все, теперь я думаю, что пора идти искать. Пора идти искать кусты с ягодами. Вот. Так, о, морковка, морковка, круто. Так, давайте семена едим, морковку едим. Смотрите, распознаем, расследуем новые земли. Так, тут очень много этих ос. Запрыгнуть с червоточину. Нет, на самом деле не готов. Не готов я куда-либо прыгать. Зато морковки собирать готов. Так, не буду я нарываться на свинюшку. Ого, смотрите. Все. Я думаю, что это его ягоды. Вот это вот свинюшки, которая там живет. Но надеюсь, что она там не против, что я все это дело подобрал. Ух ты! Король свиней, нифига себе! Кого я нашел? Ну, смотрите, они на самом деле не агрессивные, поэтому... Да, я думаю, что они бы давно уже на меня напали, если бы были агрессивными. Так, ладно, съели. Так, и последнее. Штука, которую я подберу. Тут, конечно, ягоды где-то. Вот они лежат. Да, смотрите, прям такой густой лес. Нашли. Здорово. Окей, я думаю, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Да, мне пора в домик бежать. Лопата. Фиг с тобой, я новую лопату
сделаю. Так, я успею добежать? Я искренне надеюсь, что я успею. Бежим, скорее бежим. Ну, а если не успею, то придется развести костер. Сорок один процент. Не, давайте, давайте все-таки костер разведу. И буду подбрасывать топливо. Так, нет, зажигать мы ничего не будем. Будем сейчас переживать. Нормально, ничего не погасло. Конечно, блин, лопату потерял. Что обидно. Потому что вот еще один куст у нас тут. Хотя... Нет, лопата... Лопата у нас не соберется, у нас соберется топорик. Ладно, давайте. Идти за лопатой или нет? Нет, я думаю, что не пойду. Может, когда-нибудь туда приду, подберу лопату, если она там останется. Вот. Так, и знаете что? Раз уж я тут начал путешествовать. Так, подберем. И сейчас мы киркой раздолбим камушки. Кремень у нас только помещается. А мы можем сейчас поесть. Да. Да, давайте все съедим, чтобы у нас поместились камни. Камни — это хорошо. Камни — это очень здорово. Потому что из камней тоже можно что-то делать. Насколько я помню. Так, ну окей, окей, мы вернулись в свой лагерь. Потеряли лопату, но я думаю, что это ничего страшного. Так, у нас тут на самом деле много чего можно потратить, наверное, да? Вот так. Вот это можно высадить. Так, отлично. Вот так. Камушки. Кремень. Так, вот это вот мы сейчас будем сажать. Вот. Так, ну для начала мы с вами посадим кустики. Один куст сюда. Да, в смысле? Чё ты его бросил-то? Посадить. И... посадить. Отлично. И кокулями мы все это дело удобрим. Очень хорошо. Так, и теперь будем сажать траву.
как говорится, smoke weed every day. Да. Так, и давайте ее сразу будем удобрять. Так, что у нас? 5 удобрений осталось, значит, раз, два, три, четыре, пять. Вот, а это оставляем. И последнее удобрение мы тратим на траву. Вот, отлично. Это замечательно. Так, тут у нас чего? Добавляем бревно. Сейчас приготовим еды. Как раз поедим. Так, точно. У нас же есть шишечки, которые мы можем посадить. Да, посадим шишки, будет у нас дерево. Так, кстати, да, вот эти пеньки я так и не выкопал. Ничего страшного, ничего страшного. А вот же еще шишки, ничего себе. А я что-то стормозил, думал, у меня их нету. Так, давайте вырубим вот это дерево. Вот еще одна шишка. Так, и хорошо бы сделать лопату. Лопата у нас где? Лопата у нас будет сейчас вот здесь. Ой-ой-ой, нифига себе. У нас тут темнота, понимаешь? А я... А я тут это... Дёрн. Бритва, сбри свою грязную дикарскую бороду. Ну-ка. Побрить. Ну-ка. Вот, смотрите. Подобрать клочок бороды. Ну-ка. Интересно, что с ней? Топливо. Понятно. Очень прикольно топить костер своей бородой. Так, собственно, на этом я сейчас закончу серию. Пережду еще одну ночь. Как раз соберу траву. Так, быстренько бежим к нашему костру, подбросим палок. Тут, оказывается, можно бриться. Слушайте, у меня по сравнению с первыми попытками получается выжить намного лучше. Вот, пережили день, сейчас должно быть сохранение, вот оно. Ну что ж, на этом я закончу серию. У нас, как видите,
травы больше, саженцев тоже будет больше. Кусты я себе сделал, защитился от волков, построил сундук, все дела. Короче, получается у меня выживать пока что. Вот. Такие вот дела. Собственно, это была игра Don't Starve. Не голодай. Вот. С вами был Однорукий Борис. Ставьте лайки, если вам понравилось это прохождение. Вот. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу и всем пока.